Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич побывал с визитом в нашей республике. Программа была очень насыщенной. В новоюжном жилом массиве столицы в парке ЗДК «Тракторостроителей» строится новый кадетский корпус ПФО имени Героя России Александра Кочетова. Памятную капсулу «Фундамент» заложили полпред президент России Михаил Бабич, глава республики Михаил Игнатьев, ветераны и военные. Главными участниками исторического события стали сами кадеты, а сегодня в Чувашии этим движением охвачено около 4000 детей и подростков. В одной только школе имени Кочетова в Чебоксарах обучается 218 человек. Их родители неоднократно обращались во все инстанции с просьбой построить новое здание. Это вообще это очень престижно, это очень значимо, мы очень рады. И наши дети вообще гордятся, что будут учиться в этом новом кадетском корпусе. Ждем открытия быстрее. Детям здесь будет намного удобнее тем, что здесь будут кружки. Во-первых, много будет кружков, во-вторых, будет стадион намного лучше. В-третьих, здесь рядом есть ДК «Тракторостроитель», где дети тоже, кто-то там занимается или музыкально, или хореографически, тоже могут здесь будут заниматься. Здесь будет строительство хоккейной коробки. Говорили то, что здесь много чего будет, чего у нас сейчас нету. Вот. Поэтому охота перейти сюда, посмотреть, что это такое вообще. Я давно хотел быть военным, вот пошел. Пока начинаю так.